Россия на сегодняшний день направила около 15 миллионов долларов на содействие пострадавшим во время конфликта в Нагорном Карабахе. Как передает канал 13, об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в распространенном в пятницу интервью армянской газете «Новое время». Высокопоставленный дипломат отметил, что дислоцированный в регионе российский миротворческий контингент и Центр гуманитарного реагирования гарантируют безопасность и стабильность, а также выполняют жизненно значимые для местного населения задачи. Руденко указал на результаты работы трехсторонней рабочей группы под председательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России, занимающейся вопросами разблокирования экономических и транспортных коммуникаций в регионе, которая провела 5 заседаний. Создаются условия для восстановления нормальной жизни на Южном Кавказе, превращения его в территорию взаимного доверия, безопасности и процветания. Все это убедительно свидетельствует, что Россия всегда готова подставить плечо братскому армянскому народу, вместе работать на благо общих интересов, заключил он.